Так, ребята, всем большущий привет. Как и обещал, сегодня откатаю, ну это уже второй раз, потому что у меня был большой перерывчик. Вот такое мыло, Акакапа. Очень нежный, приятный ароматик такой. Один раз попользовался, мыло не твердое, но и не мягкое. В принципе, по твердости можно, наверное, сравнить с мылом Мартина де Кондре. Так, помазочек. Вот сапонифича в ресине. Так, сразу его смачиваю своей красавицей чашечке. И бритва. Бритва будет в этот раз опять же Weeden Butcher. Вот такая вот красавица бритва. Очень любопытная форма. Так. И автошейф будет опять же от Акакапа. Вот такой вот. Здесь там видно все, да? Пока суть до дела смачивается помазочек, я поправлю бритву. На секундочку отлучусь. Так, есть. Еще разочек, кромочка тоненькая. Сначала Алексей. Так. Теперь мой любимый пришив. Так, сегодня у нас какое 31-е. Весь день моросит дождик. Я думаю, как раз приведу-ка себя в порядок. Идем дальше. Полезу прямо в банку. Она остальная. Ничего страшного. Я, кстати говоря, нашел свое мыло, другое Акакап, у которого аромат вообще бомбический. Хотя это тоже замечательно, но у него здесь есть легкий оттенок ландыша, хотя в принципе, ну, считается там белый мох, по-моему, там. Да, Бьянка Мащо, что-то в этом роде. White Moss. Так набирается, очень быстренько. Вот. Говорить особо нечего. Я иногда так включаю себе музыку тихонечко. И потихонечку греюсь, думаю о чем-то своем. Вот так, ребят, наносится это мыло. На мой взгляд, неплохое мыло. И если осталось, ну если не осталось, в следующий раз можете обратиться к Саше. А,
Ярославцева. Хотя, собственно, я сейчас это снесу, горячие салфеточки. Оп. Классный помазок. Хотел было воспользоваться помазочком от мистера Копса, но уже сфотографировал этот. Думаю, все были. Но нисколько не жалею, хороший мажорец. Такая плотная неопенка. Ну что ж, вперед. Так, что у нас по скольжению? Вполне приемлемо. Так, следующий проходик. Водички горячие добавлю.
размахался аккуратнее, видимо, под музыку. Ну и, как обычно, еще чуток. Здесь водой сейчас чуть-чуть разбавил, поэтому так, по факту. Вот так. Интересно, заблокирует, нет? Ну вуаля, вот эта бритва, вот этот Weider Butcher, ребят, очень классная. Если встретите вот с таким вот интересной такой выборкой, очень любопытная модель. Едем дальше. Так, я, кстати говоря, вот автоширом еще не пользовался. Ох, как налил.
Дозатор бомбический, он целая лужа. Ух. Я уже не помню, пользовался им или нет. Но налил, что называется, от души. Итак. Что касаемо автошеева, скажу позже, потому что, ну, сейчас вот чуть-чуть слегка стало липковато, вообще он такой спортовой, мне нравится, аромат хороший. Что-то есть отдаленное на ландыш смахивает, мне так кажется, ребят. Но выглядит достойно, ну и это все-таки тоже премиум, насколько мне известно, класс. Так, мыло. Мыло, на мой взгляд, замечательно, мягенькое, хорошее, пенится здорово. То есть, если заморачиваться там, особенно с чашей, все это будет просто бомба. Мыло хорошее. Вот если у меня другое мыло, АКК, попахнет еще круче. Просто вообще такое. Это все-таки что-то цветочное, хотя вот здесь написано белый мох, все такое. Но по факту ландыш, ну, как мне кажется. А вот я в следующий раз, наверное, им все-таки этим мылом побреюсь. Там аромат парфюмированный, такой очень дорогой, здоровски пахнет, так нежно, очень утонченно. Но, насколько я тогда помню, касаемо побриться, ну, что-то такое себе. Надо, может быть, я был тогда неправ, надо будет еще разочек его попробовать. Ну что, ребят, на этом, пожалуй, все. Всем всех благ. И будьте здоровы все. Пока.